Какой юмор подарить? Готов он людям. Такой вот добрый, ему не жалко. Он у него в бочках, в тазах, в кастрюлях. Наполни тазик и снова к нам. У меня чувства юмора совсем нет. Такая беда. Муж расскажет анекдот. У тещи должно быть два зуба. Один, чтобы зятю пиво открывать, а второй, чтобы все время болел. Я ему: это неправильно. Зачем зубы? У нас открывалка есть. И мама нам помогает все время. А зуб заболит, она не сможет помочь. Он кислый сделается. Скажет: тоска с тобой нинсмертная. Тут сообщает: меня с работы выгнали. Я так и осела на пол. Как? А детей чем кормить? Он ржет. Розыгрыш. Сегодня ж 1 апреля. Я поднялась кое-как, сердце бухает, волочусь за ним. Он из-за угла выскакивает. На голову мой чулок черный натянул. Ограбление. Руки вверх. Я снова на пол. Он рукой махнул, ничего не сказал. Я вижу, скучно ему со мной. Чего я, правда, какая-то совсем без юмора? Дня через два думает: давай, что ли, я его тоже разыграю как-нибудь, чтобы ему повеселее стало. Ничего, что 3-е число. Апрель же все равно. Он у меня спит очень крепко. Я ему палку длинную привязала к спине. Конец палки к кровати. Обинтовала всего. Он утром проснулся, хочет встать, не может. Я говорю: Сашенька, слава тебе, Господи, глаза открыл. Месяц ведь без сознания лежишь. Думала, что ей попрощаться не придется. У нее язык отнялся, глаза вытаращил. Потом говорит: что случилось? Я: да ты ведь упал ночью с кровати. Перелом позвоночника в 3 местах. Не двигайся, а то опять сознание потеряешь. Он замер, лежит, не шевелится. А соседка согласилась помочь мне. За дверью стоит наготове. Я ей сказала: войдешь, просто спросишь, как здоровье у Саши. А у нее чувства юмора совсем нет. Она влетает, кричит: Саша, Господи, мог бы пожить еще. Какие твои годы. Нин, я тебе черной материи принесла. Зеркала завешивать. Ой, Саш, Саша, горе ты какое. Увидишь на том свете маму мою, передай, что у нас с Николаем все хорошо. Цветы я поливаю, кошка жива. Ой, Нин, он отходит. Я говорю: да нет еще, иди, не мешай, дай нам попрощаться. Она вышла, мой бледный лежит, ни кровинки в лице. Говорю: Саша, скажи, как нам жить без тебя? Нет ли денег где? Может, отложил на черный день. У нее слезы ручьем, говорить не может, пальцем показывает под шкаф. Нашла там 3000, загашник его, съездил ему пару раз по щекам. Он: за что? За то, сознание не теряй, глаза закрываешь. Он: я не закрываю, вообще неплохо себя чувствую. Соседка опять влетает: Нин, я чего вспомнила? У меня знакомый есть в морге. У него лучший друг на кладбище. Можем прямо сегодня и похоронить. И, Господи, потом решим после обеда. Дай нам попрощаться по-человечески. Она вышла. Мой, странно как. Голова ясная и есть хочется. Я ему: так всегда бывает перед смертью. Последний прилив сил. Подожди, я тебе грелку к ногам положу, поживешь еще 15 минут. Принесла ему грелку с ледяной водой. Спрашиваю: получишь тебе? Он: ноги стынут. Я: ну все, давай прощаться. Покайся в грехах, если есть какие. На том свете тебе полегче будет. Изменял мне он 1 раз. Как я начала лупцевать, голова у него мотается из стороны в сторону. То, гляди, совсем отлетит. Кричит: Нина, 1 раз только, да женить бы. Я на радость все ему добавила. Он: слушай, я себя так хорошо чувствую. Соседка влетает: Саш, а ты не хочешь продать органы, какие не жалко?
и семье деньги, и все-таки живая память о тебе останется. Он: нет, не хочу. Она: Нина, не забыть сказать-то. Мой Николай ведь одного роста с твоим. Ну и что? Как что? Останется что из Сашиной одежды. Так то пропадать без толку. Ребята ваши переросли отца, а майор, который за тобой ухаживает, маленький. Мой сразу: какой майор? Соседка: ой, Саша, да лежи-то, ради бога, не до тебя сейчас. Тебя это уже не касается. Я говорю: что ж ты делаешь? Что ж ты нам попрощаться не даешь? И так осталось минут пять. Она вышла: мой Нин, тут что-то не так. У меня такой прилив сил, так меня к тебе тянет. Я говорю: разве перед смертью об этом думает? И вижу, он поднимается с кровати. Соседка вылетает: гроб привезли. Куда ставить? Мой сник сразу начал пальцами одеяло перебирать. Тут я перепугалась. Говорю: Саша, это же розыгрыш. Теперь он захочет разыграть меня. Кричит: Нин, я за углом стою, сейчас буду пугать тебя. Но напугает, я только смеюсь. И он радуется, что у меня чувство юмора появилось.